हम तो जब सुखा रहे तो ये भी बताना पड़ता है कि कब छोड़ना कब नहीं छोड़ना। Потом попрыгать, линию прыгать. Хард ки бина? Эсэ, сиппан, хард ки бина? Сиппан, а, хард ки бина. Все хард ки бина. Кар дити это? Ну, а ты сюда говори. Аб то пуре кар дидже, хат ки кар. Ты говори по-русски, чтобы был признак. Привяжемся к тексту. Пока с ним, я у него уточняла, надо с руками делать или нет. С руками и ноги в стороны, и вперед как что-то. Вместе с руками. И пашим это насам. Эк пад, мадо эк пэрсэ, эк улты, эк пад пашчим ута насам. Вот когда одна нога согнута, тогда это пашчим ута насам. Дусэ пэрсэ вэсэ кэрна. Аб джалди тум мат крва, е. Джалди не крва? Джалди не крва на. Я фильм из ли бана рэ, ума лоу ко дыхане ки. Джалди-джалди кэрэ. Джалди не крна е. Арам се крна. Арам се крна. Ме сочта ки джалди ту. Не, джалди не, кой джалди не е. Уске бад е пашчим ута на. Я ум да джалди та джалди. А после этого пашчим ута на. Я вот комментирую каждую позу. Я санс чорте уе. Хаа, санс чорте уе. Выдыхая. Фир санс рокна ки не рокна? Рокна. Потом сколько можем на задержке дыхания. Хорошо, что у нас только две ноги. И нам потай. हां अभी थोड़ी बात बताऊंगा मैं ध्यान नहीं आ रहा अभी लिखा हूं मेरी जो लिस्ट है उसके ऊपर लिखा हूं लिस्ट भी दिखाऊंगा तो हम स्टॉप करेंगे आप लिस्ट लेके आइए हां तो लिस्ट लेके आइए लिस्ट ले आओ हां के हां स्टॉप उसमें फिर भूल चलिए चलिए किसे गेट पद्मासना पद्मासना सब पद्मासना да и потом встаёт उठित पद्मासना उसका नाम है उठित उठित पद्मासना उठित पद्मासना उसके बाद आगे हाथ रख के ओ сейчас он тебе сделает смотри сейчас ноги начнут вытягивать इस आसन का नाम है पद्म बकासन पद्म आसन लगाके बकासन बोलते हैं पद्म बकासन सांस तो इधर नॉर्मल ही है हाँ नॉर्मल रहेगा धीरे धीरे आसनों में तो सोलह सांस किसी किसी आसन दिशा स्पष्ट इस आसन का भी नाम नहीं मालूम सो अपना फ्रेंड इधर ना रखो फ्रेंड का
साइड में से छुपा बताओ ना कौन सा आसन पैर ऐसे करके हाथ पीछे नाम बता दिया इसका नाम है गोमुख आसन गोमुख आसन इसका पीछे से मुद्रा देख लो एक बार आगे भी लगा दो ना आगे बिल्कुल लगा के दिखाओ एक्शन तो गोमुख आसन नाम बता कि पद्मासन में करते हैं ऐसे हाँ, या गोमु ये गोमुख आसन है पूरा बोलते हैं पद्मासन नहीं है गोमुख आसन इसके बाद ये पैर यहाँ पे इसे अर्ध मत्स्येन्द्रासन नहीं दूसरी तरफ दिखाइए एक तरफ दिखाया ना हाँ अर्धमस्तिष्क दूसरी तरफ दिखाइए इसको तो दिखाया हाँ ये दिखाइए कोई नहीं उस साइड से आ जाएगा और का पक्षी विद्रोह होगा उसका कुकुरासन होते इसके बाद ऐसे बैठ जाएंगे बैठने वाले आसन तो इसीलिए अच्छी पोज है इसे बोलते हैं वज्रासन इसे भोजन के बाद भी खाना खाने के बाद करते हैं वज्रासन в неё садятся особенно после еды тоже полезно для пищеварения उष्ट्रासन ну там растягивает себя вытягивает дальше спину इसमें सांस कैसे नॉर्मल नॉर्मल дыхание свободное тень тело вперед руками उसके बाद अगर करेंगे तो धीरे धीरे постепенно вот так вот можно себе за попу укусить наверное да он может теперь пошли вперед поза, потому что прогнулись хорошо и сильно назад, теперь надо обязательно прогнуться вперед за пятки держит падает, да, если да, все окей लेटने वाला था एक सेकंड इसी में से आसन जाना जैसे आसन किया आपने можно еще дальше продолжить из нее выйти вот в халасану плуг руки и так вот можно только наставлял и к ногам так и так вот еще одна сарвангас не вышел березка начинающих поддерживает ноги в лотос служат точно не пускать сарвангас दूसरा कैमरा एक सामने से फिल्म बना ले दोनों तरफ से बन जाए नहीं कुछ तो जानते हैं ना आ जाते हैं इसे बोलते हैं सेतु बंधा पुल होता है ना पुल उसके नदी के ऊपर सेतु बंध да как мост да это называют позу мост переводится сету бандасана леша
शीर्षासन на голове. शीर्षासन में एक सुनिए, शीर्षासन में सिर इसके नुकसान भी है और फायदे भी. नुकसान इसलिए जो सिर ऐसे रखेगा ऐसे. Вот кто будет так голову делать, дыхай их, барон, вот тогда неправильно. Вот это неправильное положение головы. Человек может с ума сойти. И кто будет так вот на лбу, ну, почти делать? Это, ну, руки поставить все равно. Тогда если нуксан? ऐसा करना नहीं आपको. बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा. हां, ऐसे करते हैं. ऐसे से नुकसान. इससे नुकसान. नुकसान होता है. Вот так вот еще раз, как он показал, делать не надо. То кейса карна? ऐसे करना. Тебе как мака ты делаешь? Вот почти на лоб, не на макушку, а почти на лоб. Как надо, пусть пока. Почти на лоб, вот так надо. Пусть вдруг руки берет, пусть берет руки. И хат тебе надыхает, кейса? Ага. Ага. И пусть ей кладут руки. Не это самое, не становится. Вот. Что становится? Значит, в бомб становится, да? Главное не перепутать ноги и руки. Кому даешь команду, да? अभी थोड़ा ये फिसलन हो रही है, उसकी वजह से पसीने पोता много, поэтому बकासन. Пусть отдохнет немножко. Подмасан लगा के पदम बकासन हो जाता है. Если он встал, пусть отдохнет. А где тут хора рамкар бедега? Ми, ави, бадам кар бедега. Это еще. А, хаде уне вали асан. А, вода. Если, если, угу, вот. Приехали. Так просто. Пока еще как-то голову в колени не можем положить. खड़े होने वाले में आप थोड़े जो आराम इजी पोस्चर है इसको भी दिखाइए, जैसे उत्तपकरणासन, त्रिकोणासन, क्योंकि ये तो अभी लगेगा ही नहीं. वो त्रिकोणासन है अजीन वेरिएंट. Первая была Ардха Чандрасана, а это Триконасана. Как называется это?
Гомух Асан. Гаруда. Да, Гаруда. Гаруда. Дусри тараф нога. Дусри лег се дика. Дусри... Зарур дика, е. Вот какая нога. Да, та рука здесь вовнутрь. Гурудасан уже? Что вы? Вот так вот вокруг мизинца обворачивает палец. Вокруг большого пальца, извините, рукой. Кто первый так сделает, тому надо приз такой. Ну, если вот это сделаешь, а вот, мне кажется, там Сарвангас не сложится. Вот тому точно Нобелевку. У вас так разные. Потом мост прекрасно. Через верх. Ну да, мы снизу начинаем делать. Единственных. Вот, кто может потом еще и ногу вытянуть. Вот нога у него ниже, а выше. Который приезжал, он тоже такой пластичный, даже в своем возрасте там, ему за 50 глубоко. Кому? Вот приезжал, помнишь? Пуджангасан. Пуджангасан. Пупок он отрывает. Угу. У нас все споры шли. Отрывать, не отрывать. Можно отдохнуть головкой. सवासन बोलते हैं ऐसे ऐसे आसन जो थक जाते हैं बीच में करते करते ऐसे रेस्ट ले लेते हैं एकदम ढीला सा так вот немножко отдохнуть можно между асанами ладони кверху корзиночка давай ну раз Ардха-дхануррасана, если пурн болте, ухе покрыть. Вот это половинная дхануррасана, ардха-дхануррасана. А дыхание как? Сложнее. Дыхание здесь свободное. Санс нормали. Санс нормали. Вот это полный дхануррасана. Мы видим. Дальше некуда просто. Нет? Сказать нашим, что в корзиночке потом ноги на плечи положил. Не поймут, да? Не поверят. Не пока поймут не просто. Ну, пусть смотрит. Так
Говорят, издеваешься. Наукасан. Ладони. И хат бикай, алаксе, кейса как? Эйсе? Эйсе не? Эйсе я, эйсе, хат каби дифференцуете? Ну, два, две позы, рук, и так, и так. А пальцы переходят. А вот с таким темпом и делать надо? Десет картеги и си, काफी वैसे जल्दी है या रोकना है आसन में रोक के करना है हाँ ये सब आसन में जो जैसे आपने पहले खड़ा होके किया खड़े वाले आसन के बाद आप फिर से ऐसे लेट जाइए फिर पांच मिनट बाद फिर दोबारा से शुरू कीजिए फिर जो उठ बैठने वाले आसन है फिर वो कीजिए फिर लेटने वाले ऐसे लेट वначале стоячие позы потом можно отдохнуть если устали потом лежачие позы ну количество раз каждой позы так как он показывает Или по несколько раз надо делать? Мы делаем по несколько раз, поскольку мы не можем выдержать минуту, скажем, в позе. Поэтому мы делаем пока растяжки мышц. Да. Так, когда ты лег в эту позу, ты в ней посидел, полежал и нормально, и дальше пошел. Она плавно перетекает одна в другую. जब पूरा आसन नहीं लगती है लोग तो फिर बार बार करते हैं एक दो बार कर दिया है ना लगाने के लिए क्योंकि लगती नहीं है ऐसे करना है या कैसे करना नहीं जैसे लगता नहीं है ना बहुत से लोगों का शुरू में तो किसी का नहीं लगेगा तो उनको डेली का ऐसे ही मतलब जिस हिसाब से बताया ना उसी हिसाब से कई बार करना है जैसे मान लीजिए ये झुकता नहीं है पूरा ना किसी को झुकता है किसी को नहीं झुकता तो फिर ये ऐसे करना है कैसे करना है ये दिखाई आप ऐसे करना है вот так вот надо делать у кого поза не получается вот так вот потренироваться потом уже будешь ложиться и уже голову потом уже будешь удерживать и так постепенно उसके बाद जिस किसी का जैसे ये भी नहीं होगा ऊपर से एकदम हाँ ऊपर से नहीं हम लेट के से करते हैं हाँ लेट के करते हैं लेट से फिर उठते हैं धीरे-धीरे ऐसे ये इसलिए एक्सरसाइज ये आगे की तरफ इससे दोनों फायदे होते हैं इसे ज्यादा करेंगे आगे की तरफ भी आपका हो जाएगा धीरे-धीरे इसकी भी होगा польза этой асаны потому что вот эти мышцы как раз мы тренируем растягиваем и тогда можно будет уже положить голову в колени вот из той позы которую он делал ये जो वहाँ बताया पहले ही वाला इससे लचक अपना एकदम कम ज्यादा लचक в область поясницы мышцы укреплять вот в той пуске остановись подмасал лага के हाथ ऐसे करके ну вот то, что мы начинаем. Так без подмаса. То, что мне показал первый раз. Подам мою раз. Сейчас он будет ноги вытягивать. Подам мою раз. Смотри, вот тут нога пошла. Да, да, да. Но мы начинаем с более легкого варианта. Мы все кладем. И пытаемся хоть одну ногу поднять, это не получается. Если мою раз не упадет. Если я говорю, я сейчас... Подмаса не лактает, вот и хай. जैसे लोग शुरू से तो इतना तो नहीं करेंगे ना शुरू से तो ऐसा करेंगे कि ये हो गया ये नीचे आ गया फिर ये रख गया फिर ये वो स्टेप बाय स्टेप दिखाइए क्योंकि पद्मासन थोड़ी लगेगा लोगों को लगता ही नहीं है नहीं पहले तो पद्मासन पहले आप सादा मयूरासन लोगों का ऐसे होगा ऐसे वो पहला तो प्रस्ताय मयूरासन ऐसे करेगा नहीं होगा उसे ऐसे ही डेली अभ्यास करेगा वो ऐसे तो एकदम रुकने लगेगा ऐसे Вот ежедневно, если начнете тренироваться, Русского постепенно Олега. Вот выйдете на этот уровень. Конечно, с первого раза никто не зависнет. Постепенно, да, вот увидите, что станет. Это он показал полную мою позу уже из подмасаны, самую крутую. А так начинать, вот еще раз рассказал. Если фаеда, кидешь по яду, не мали, где... वैसा पचाने वाला वो पदार्थ खा गया जहरीला एक तो इसलिए इस आसन कर लेगा तो
इससे डायबिटीज भी रुकते हैं, शुगर की जो ज्यादा होती है ना जिसको, इससे कम हो जाते हैं, कम हो जाती है। दूसरा तो जैसे कोई भोजन में कोई विषैला पदार्थ है कैसा भी, वो सब पच जाता है, Вот это очень хорошая поза для переваривания, вообще для пищеварения. Она и для диабета, кстати, я еще уточнила, что хорошая, излечивает. И вообще просто что-то съел, неизвестно что. Вот это я просила простую еще раз показать. Локти немножко не... Если не ее найти, а лаксы тоже... Алаги. Да, есть разница все-таки между локтями, есть там расстояние. Полностью не надо соединять. Ты не знала, куда что девать, да? А нет, я соединила полностью. Слышу. Все, это... वृक्षासन आपको दिखाई देती है खड़े होकर, तो वृक्षासन दूसरे पैसे ऐसे या ऐसे हाथ कैसे आपको आप लोग ने ये इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कभी आप दूर कर आप ऐसे कर रहे हैं बहुत हाथ नहीं रुकेंगे, ऐसे रुक के अलग होंगे हाथ, उसके लिए ये और वैसे सिंपल तो भी कर दी можно просто можно перемешать когда вперед тянешься тогда просто чтобы руки не расходились надо перекрещивать пальцы а так упор кинчера не растягиваешь себя вверх. Virabhadrasana. Virabhadrasana. Ek, do, tin. Virabhadrasana. The first one is just this one. Virabhadrasana, kai pose. Virabhadrasana, kai tarah. Virabhadrasana. Их несколько бывает. Вот одна из них. You don't have to stretch back so much. You can, if you are doing it. Можно просто вверх, можно назад прогибаться. Как-то так. Хануманасана еще будет. Хануманасана. Вот это Хануманасана. उसके बाद आप ऐसे बैठेंगे। हनुमान आसन की यूज क्या है? हनुमान आसन की कई वो है, एक तो हनुमान आसन ऐसे ही दिखाई जाते हैं। еще одна хануман асана. This is good for stretching. Да, просто для него. It's so easy. Not so easy to bend legs. ये भी हनुमान आसन नहीं, इसका नाम मालूम नहीं, इसमें हो या फिर नहीं, नहीं। दूसरे पैसे में таких пластиков пластилиновых мальчиков посмотришь, все легко просто сделать. Одна из простейших. Prasarita Uttanasana. Prasarita Uttanasana. Asana. Prasarita Uttanasana. Prasarita Uttanasana. Malum? Nahi malum. Asana. Picture. Prasarita.
Pasarita Uttanasana. Uttanasana. And also Virabhadrasana too, this one. If you want. We want. Yes. You bend the leg, the front leg. I'll get a pair more. Из Вирабхадрасана 3. Mm-hmm. Вот это мы начинали делать, по крайней мере, ласточку. Тоже Вирабхадрасана. А где будет лека батарета изи? Где такой красный язык? Красный? Совсем легко. Вот потихоньку. Снизу, да, снизу можно с икры начинать. А можно у кого получается сразу всю верху. И вот так вот. Да, вот я вам говорил, что простая тоже. Как Гаруда, только у другого. Випарита карани мудра дикхайе. Випарита карани мудра. Випарита карани мудра. Стелетки. Випарита. Фир иско бхи хат ме дальте не, ниче се хат. Ха, е. Е. उसके बाद मत्स्येंद्रासन मत्स्यासन एक और है еще одна मत्स्यासन это одно он показывал а где он еще показывал мы ее делаем кстати मत्स्यासन а что которое назад и в лотос так сложился и причесаться можно А вот у Изи Матсиадраса на исходе хай, у Идар Сейса. Иди. Я обидный дификл каханди каре. Не, я рад буду. Вирасана also. Инкоде хай, о, Матсиадраса. Ага. Вот тут. Конечная стадия это вот это. Ну, мы пока еще ноги просто складываем. Ну вот главное, где прогнуть позвоночник. Ну, да. Будем иметь в виду, что это бывает. Примем к сведению, так сказать. Like this, you know? Mm-hmm. Так, остановитесь. Ага. Вот это вот хорошая поза на скручивание мышц, слышишь? Mm-hmm. Лицо в одну сторону. Мы только с руками делали еще. Угу. Видишь, они с напрягом, а ладно, потом поговорим. Скивадье. Да, 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 вот мы делаем. This is very good. This is very good. For spinal is yes. Для позвоночника. Если идёшь, то гордо не дрожи. Да. Ну, очень позвоночника. ऐसे ही फिर लेट के भी ऐसे вот. А, вот это не делали, предположим. Но она тоже довольно легкая. Из этой же серии. Угу. Я не забыла. А голова у него на руках лежит. Как она лежит? Как она лежит? Пусть покажет. А. Видишь, на руках. Thank you.
किसी का पेट जैसे ज्यादा बढ़ गया हो उसके मतलब पेट कम करना है, पेट की जैसे बीमारी उसके पे पकड़ के उसके ऐसे करने से पेट भी ताकतवर बन जाए, बहुत ताकत появляется много силы для переваривания, вообще для всех от всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, у кого живот есть. Вот это вот. Вот то, что сейчас. Абдикаи пуритерах. Шиматанас. Один из вариантов по шиматанасам. Что на детстве я делаю? Если не его мутый адми ута, то если пэр покажите, если кие жан, то бот и тот, кто плотный человек, вот у кого большой живот, постепенно тянуться вперед, и все, Марсалатвари, если пером кик лагти, то усе унга пет, яхан лаг жай, кацче ме то лаг жай, эсе каринг бот, агар пет ме кандар, не куча са. Навасана also. Exercise. Навасана. Вот это что я пыталась сделать. This is for postcards. Вот там хоть знать конечный вариант, а одно много. Может нельзя закладывать. दोनों एक साथ ही हाँ दोनों एक साथ घरों से दोनों कर ले आसान 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 में दिखा इसे दिखा भैया Что он делает? Он правильно делает. У него просто немножко тоже уже тренировки не хватает. Должен кто-то второй, кто поможет ноги сложить. Он сейчас укусится. Я говорю, что может. Курмасан. Ну вот. So you can do it gradually with legs like this, and slowly, slowly. Давай. Снимай, снимай. Хата лаке, кидна сапла. Вот это легкая поза, кстати, на лбу. Мартх лагауай, на? Да, на лбу. Касается головы. Not so good. Потом еще вот еще вариант. Вот этой позы. Вот это еще даже можно изобразить. Стоп. Триканасана. Еще один вариант триканасана. Ардха Чандрасана. Ардха Чандрасана. Паравритта Ардха Чандрасана. И перевернутая Паравритта Ардха Чандрасана. Паравритта Триканасана. Паравритта Триканасана. Вот то, что я вам пытался показать, перевернутое триконасно. Экапада-утанасана. जो मालूम नहीं है वो नहीं करना ठीक है वो करो जो मालूम है शवासन ऐसे ही जैसे हाथ ही पड़ा हुआ ये नहीं कि हाथ ऐसे हाथ अपनी जैसे ले ले करो जैसे डेड बॉडी एकदम ऐसा как будто мёртвое тело सांस लेना ना सीधी ये छाती के अंदर से как следует глубоко вдохнули и дышим грудью. Вот между позами можно делать такую шавасану.
एकदम कुछ उंगली उंगली कुछ नहीं एक ये क्लासिकल शवासना एक बेबी पोस्चर भी आती है जैसे लेट के जैसे हाँ हाँ ये भी देखा ऐसे ही вот еще одна поза для отдыха, поза ребенка. Thank you. Экорвия. Куда ты рвешься? Рвешься. Еди, иди к ней. А, еди. Арам. Так, еще одна поза ребенка. Просто нога согнута, не видно, там не видно. Все.